Международная компания «Евраз», являющаяся одним из крупнейших в мире производителей стали, перевела в Туву офис одной из своих дочерних структур – «Евраз Холдинг Финанс». С 18 января компания поставлена на налоговый учет в столице республики, в городе Кызыле, а на днях прошла регистрацию и в местном управлении Пенсионного фонда России. Компания сменила московскую прописку по итогам переговоров главы Тувы. По словам премьера, «Евраз Холдинг Финанс» становится еще одним серьезным налогоплательщиком региона. Ожидается, что его совокупные платежи в бюджет Тувы составят не менее 130 миллионов рублей в год. ООО «Евраз Холдинг Финанс» создана для привлечения заемного финансирования холдинга на российском рынке облигаций. Компания является второй структурой «Евраза», которая зарегистрирована в Туве. До нее «Евраз» в республике представляла компания «Межигейуголь», которая построилась здесь шахту и с 2016 года приступила к промышленной добыче коксующихся углей.